Ну чё, ребята, здрасте, всем привет, с вами снова Эдисон, ребята. Сегодня у нас 30 число, 30 ноября, извиняюсь, что серия вышла очень поздно. Но все же, ребята, сегодня объявляется победитель того, кто выиграл бесплатный пропуск на сервер. Но у меня для вас, ребята, новость. Сегодня их будет двое. Мне просто захотелось, ребята, и видите, я делаю как можно лучше, чтобы для вас было, чтобы не один человек выигрывал пропуск. А видите, что я даже сейчас, мне захотелось, я сделал, чтобы два человека выиграли пропуск. И, ребята, два человека, в принципе, их и выиграли. Сейчас, ребята, я как раз буду их вот сюда объявлять, писать на доску, кто выиграл, кто нет. Ребята, я сразу же говорю, что не нужно писать, не нужно там злиться и все такое, что вы не выиграли. Я думаю, всем понятно, то, что там участвует больше, чем 100 человек, это все рандомно, и что именно вы выиграете пропуск на сервер, это не очень вероятно, потому что 100 человек рандомно выигрывает один человек, это очень маленький шанс, что именно вы выиграете. Но, ребята, тоже поймите, что это не от меня зависит, и это полностью рандом. Если вам не повезло, не вы выиграли пропуск, то может повезет в следующий раз. А если не хотите ждать, если не хотите участвовать, то можете всегда купить очень дешевый пропуск на сервер. Поэтому, ребята, как видите, я еще больше конкурсов устраиваю. Я сделал каждые 10 дней бесплатно, человек попадает на сервер. Сейчас я сделал, что уже 2 человека бесплатно попали на сервер. Ребята, это я сделаю специально для вас, то чтобы было больше конкурсов, то чтобы больше людей бесплатно попадали на сервер. Также, как я говорил, на Новый год вообще там крупные розыгрыши будут, и Мьюту будут разыгрываться, и Гроудоны, Шайни, ну это я так думаю, что я потом разыграю, и 5 или 10 там пропусков будет разыгрываться. И это я, ребята, все делаю для вас, чтобы те, кто не имеют возможности купить пропуск, у кого нету средств, или, например, кто не может там купить через какую-то систему, или живет где-то за границей, где нету рублей, или еще что такого, то я, ребята, специально для вас делаю вот такие конкурсы, где вы можете попасть на сервер и поиграть. Так, ребята, ну что, давайте-ка мы сейчас уже объявим победителей, мы пойдем, наверное, прокачивать орб дальше. Так, давайте как раз сейчас посмотрим, сколько тут. 355 убийств до заполненного орба. Так как я говорил, я поставил в продажу алтари. Вы уже можете купить алтари. Они находятся вот тут, возле палаток, в самом конце продажи алтарей. И как я сам, ребята, сказал, я сам докажу, что алтари не очень дорогие. Я буду прокачивать орб, я буду собирать ресурсы на того, чтобы продать и обменять их на монеты. То есть сделать обмен на монеты и купить себе алтарь. Поэтому, ребята, давайте сначала объявим победителей. Я не буду пока что еще дома разыгрывать. В этой серии мы будем просто объявлять победителя, а разыграть дом или там еще что-то, это, наверное, ребята, в следующей серии. Также там еще нужна наша рубрика, да, где играем с людьми на сервере, но это уже потом, так как в этой серии, ребята, мы только объявляем победителей. И так совпало, что как раз 30 число у нас попало на воскресенье, где мы, в принципе, объявляем победителей. Так. Ну, Диглет, Дуктрио, ну понятно, только они. Так, ну что, ребята, 20 ноября бесплатный пропуск выиграл Джеки. Сейчас тут 30 ноября бесплатный пропуск выиграл. Выиграл. Сейчас, ребята, я скажу. Ну что, давайте, 30 ноября. Бесплатный пропуск. Нет, бесплатный, так не станется. Пропуск. Выиграл. Первый человек это у нас, дайте-ка я вспомню ник. Не вспомню, ребята, сейчас мне нужно посмотреть, какой там ник. Какой там ник? Так, вспомнил. Первый человек, который выиграл бесплатный пропуск, это, ребята, Дирлин 2014. Это у нас первый человек, который выиграл за эти 10 дней пропуск. И еще один человек. Я не знаю, останется сюда или нет. Еще один человек. Сейчас я опять посмотрю, потому что я где-то, у меня есть ихние ники, но это нужно смотреть.
Так. И еще один человек, ребята. Мистер. Кто же? Кто же? Какой же мистер? Я не знаю, может какой-то там мистер, мистер, я не знаю, там мистер. Ну, я не знаю. Ну, например, там. А, не остается, так что я не могу сюда написать. Нужно отдельную создавать. Так. И еще 30 ноября. Бесплатный пропуск. Выиграл. Мистер, 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 мистер. Мистер. Ну ладно, так уж скажу. Элибри. Вот, ребята, два победителя за 10 дней. То есть это должно было быть два победителя за 20 дней, но я сделал, что два победителя за 10 дней. То есть я больше делаю, чтобы было победитель, чтобы у всех была возможность попасть на сервер и поиграть. Ребят, я вас сразу предупреждаю, кто бесплатно попадает на сервер, кто выигрывает пропуск, как попасть, если у вас не заходит и пишет, что у вас нету пропуска. Вам на счет будет добавлена как раз та сумма, которая необходима для того, чтобы купить пропуск на сервер. То есть, что вам нужно? Вам нужно зайти на сайт этого сервера, зайти в личный кабинет под вашим ником, на который вам выписаны, на который вам выдан доступ, можно и так сказать. Вы заходите, у вас необходимая сумма есть, вы заходите в раздел донаты и покупаете там пропуск на этот сервер. Но сначала вам нужно зайти под своим ником на сайт, авторизоваться в личном кабинете. И поэтому вы заходите, у вас на счету есть необходимая сумма, вы покупаете пропуск и заходите на сервер. Сразу, ребята, говорю, кого не будет пускать на сервер, есть такие баги или что. Или попытайтесь пару раз перезаходить, когда вы уже после того, как вы купили пропуск. Или же, ребята, удалите полностью папку. Это для всех касается, кто купил пропуск, кто его выиграл и не может зайти на сервер. Перезаходите пару раз, если не заходит. Полностью удалите всю папку с сервером и заново установите лаунчер и заново установите сервер. И должно пустить. Ну вот, ребята, двое победителей. Говорю, ребят, не огорчайтесь, то, что не вы выиграли. Потому что эти люди, которые сейчас выиграли, точно так же могли бы огорчиться, если бы вы выиграли, а они нет. То есть это рандомно, ребята, это полностью рандомно выбирается победитель. И поэтому 100 человек может выиграть только один, но в этом случае 2 выиграло. 100 человек не может 100 человек выиграть, поэтому я извиняюсь, ребята, тоже вы меня поймите, что это не я решаю. И 100 человек я не могу просто так запихнуть на сервер, потому что только один человек в 10 дней может выиграть. Но тут я и так увеличил в 2 раза, что двое человек может выиграть, выиграли пропуск на сервер. Сразу, ребята, предупреждаю тех, кто бесплатно выигрывает пропуски на сервер. То что вы бесплатно выиграли пропуск на сервер, и вы не можете, то есть вы бесплатно заходите на сервер, и сразу предупреждаю, то что тут ни гриферства, ни обмана, ни матов нету. Тут сервер для полного удобства, продажа алтарей, спан легенд, большой спан покемонов, большой спан шайни. Если вы заходите, если заметил или кто-то сделал скрин, что вы сделали, что вы заматерились в чат, вам дается мут там на часов 10 и дается первое предупреждение. Если за вами потом опять заметится, что вы матерились, вы сразу вылетаете на сервер, потому что маты тут не разрешены. Если вы кого-то загриферили, сразу бан, потому что гриферство тут не разрешено. С обманами точно так же. Если вы даже там обманули на одного покемона там 5 уровня или что-то такого, или там на один покебол, сразу бан, потому что сервер без обманов, тут нету такого. Если даже человек, и, например, человек покупает Мьюту там за 5 покемонов, то он и другой человек знают, что они спокойно могут обмениваться покемонами, и никто никого не кинет, даже если тот человек первый даст 5 покемонов тому человеку, который должен потом будет дать Мьюту, потому что 5 покемонов сразу нельзя дать. И тот человек, у которого Мьюту, спокойно будет знать, что тот его не кинет, потому что сервер без обмана, и это все, ребята, сделано для вас, то есть, чтобы вы спокойно могли играть. Сколько сейчас онлайн на сервере? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ну, 17-18 человек. Нормально. Так, ну что, ребята, два победителя есть. Я выключаю гейммод, что мне тут уже накидали. Это выкинуть, это мое.
14 алмазных монет, это мои, так как мы это покупали. Это кто мне уже... О, как раз благодарю за этот орб, он мне как раз нужен для Забдоса. Так, выключаем. Выключ... Ладно, пуск. 34 квикболов. Это или я цену перегнул, или это так и есть. Что они такие дешевые и все их покупают. Сейчас посмотрим. Дом тоже нужно будет разыграть, ребята. Ну, чуть позже, не сейчас мы это разыграем, а чуть позже. В следующей серии, наверное. Так как в этой серии мы, ребята, только выбрали победителя, то есть кто выиграл бесплатный пропуск на сервер. Я уже сказал вам уже, так как если вы сейчас смотрите это видео, да, и вы сейчас видите, что вы выиграли, например, пропуск, то в это время вам уже должно быть должны быть зачислены средства на ваш счет, и вы уже можете зайти, купить и все такое. Так, продавец лотерей. Тут отлично, где у нас покеболы продаются. Вот редкие предметы, квикболы вроде тут продаются. Да, одна алмазная монета. Ну, так. Сейчас, что нужно? Сейчас, ребята, мы дальше пойдем прокачивать. Frozen Fire... Нет, Frozen нам не нужен. Пойдем прокачивать... Нет, не статик. А что мы начали прокачивать... Да где он? Вот, Fiery. Static Frozen Fiery. Да, все три орба у нас есть. Пошли. Так, это уже нам накидали, да. Но сначала. Вот в кругу так все стали, обкружили меня. Сначала. Пам! Пропали, все. Чтобы нас никто не видел, куда мы идем качать покемонов. Потому что сейчас последуют за нами там 100 человек, которые будут мешать нам Мэджикарпов убивать, да? Так, пошли, ребята. Кем мы там убивали? Свампертом. Ну, сколько нам еще там нужно, Фари? Ну, 355, немало, конечно. Но тем временем, пока мы будем Мэджикарпов убивать, мы себе, ребята... Набьем нормальное количество рыбки, которую потом продадим. И купим себе алтарь. И заспавним Молтреса, потому что до того времени у нас уже, наверное, будет прокачанный орб. Куда бы нам пойти? Вот давайте вот сюда, наверное. Вот сюда. Тут как раз такая биома есть нормальная. Какая биома? Биом... Озеро тут есть, или река вот эта, где мы можем прокачаться. Можно бы опять пойти на бишарпов посмотреть, но то, что они не всегда хотят спавниться, как это было. Поэтому, ребята, точно, еще же шайни разыграть. В следующей серии, ребята, мы не только дом... Айшайни разыграем. Роузи. Точно. Так, ну что? Чё-то я Мэджикарпа вообще не вижу. Чё-то я вообще никого не вижу. Ни Мэджикарпов. Логично. Вот там один есть. Это что? Нормальный. Где он? Вот он, нормальный. Я не знаю, кому бы его запихнуть. Ну, ладно, пускай он пока что будет там. Давайте сначала... Мэджикарпушки, идите-ка вы сюда, а? Так. Нам нужно и покемонов новых ловить. Я себе хочу, ребята, Белдума словить. Я опять забыл телепорт сделать. Это, ребята, наверное, в следующей серии сделаем телепорт в глиняный биом. Также, когда будем разыгрывать Шайни, будем разыгрывать вот это шайни и домишку. У нас еще три свободных дома есть. Больше нету, только три дома остались. Или нужно будет еще строить.
Или больше розыгрышей домов не будет. Но мне кажется, я, наверное, потом еще построю, чтобы у всех была возможность выиграть дом и жить на спавне. Так. Ну что? Ну? Сейчас, ребята. Нам еще нормально так нужно монеточек. Сколько у нас уже есть рыбок? Только 14? Да мы же только что... Ну, хотя, в принципе, да. Просто тут не очень так много мэджикарпов, как я смотрю. Что-то вообще нету толком. Тут их нету. Когда нужно прям в таких водоемах кучами спавниться. Но сейчас, когда нужно, как всегда, не спавнится. О, отлично, попали. 14. Сколько там уже есть? Да чё ты так... 14, 17... нормально. Сейчас, ребята, нужно. Так, 20 это как раз одна алмазная монета. И у нас есть еще тут эти фигни, которые нам накидали. То есть вот эти все покеболы. И вот это все. Это, наверное, мы продадим, чтобы больше у нас было вот этих всех монет. А мы случайно не быстрее плаваем? Не, думаю, нет, только бегаем. Ну ладно, что там? 50% спида. Давайте, ребята, побежим вот туда прямо. Да, я так показываю, туда прямо, да? Ох, нифига себе, вот ты летчик. Ну да, так, конечно, намного быстрее бегать. Ну. А так еще быстрее. А если ботиночки и скорость на 10, что это сейчас будет? Формула 1, твою мать. Побежали. Офигеть, я даже не успеваю ничего делать. Если бы он, знаете, еще автоматически подбирал, то есть прыгал на вот эти блоки, не нужно было заскакивать, то было бы вообще офигенно. Не, ну ладно, это мы выключим, потому что это просто нереально даже бегать. Так, кто там, где Magic? О, Magikarp. Так. Так, ну что? Дальше, ребята. О, кто там? Басяндра. Так, вылечим. Там уже атак у нас нету. Кто тут еще? Вот. О, там еще куча вот этих. Так, тут как раз их много. Я не буду менять утро, день, ночь, кто напишет, что мне нужно утро, потому что утром кто-то спавнится, потом кто-то напишет, что мне нужна ночь, потому что ночь спавнится, ребята. Тут идет стабильно ночь, день, и ждите. То есть уже, только что просил, уже утро само наступило. Тут же не 24 часа, чтобы это все наступило, да, поэтому подождать можно. Так, сюда, этого убьем. НПС тренеров нет. НПС тренеров нет, ребята, я ставить не буду, потому что был баг на предыдущем сервере, то есть на первом сервере. Там, короче, в одного чувака он какой-то баг нашел, и у нас был там один, когда я проверял, то есть когда я делал НПС тренеров. Я сделал одного тренера, у которого там Райкваза была 140 уровень. А тот чувак нашел какой-то баг и словил Райквазу у тренера. Я не знаю как, но он ее словил и потом ходил с Райквазой 140 уровня. Вы прикиньте. И поэтому после этого как-то не рискую делать. Поставлю там мьюту какого-то там уровня, а потом кто-то словит. Тоже как-то не очень.
Так, я не узнаю, кто это словит до тех пор, пока кто-то там не обнаружит, что у него там Мьюту сотого уровня или там 200-го, да? Так. Голдин. О, отлично, сам напал. Голдин. Так. Так, этих, в принципе, тоже можно убивать. Чё я их не убиваю? Голдин. Мы же орк качаем. А ты не умираешь тут под водой? Это нужно проверить. Потому что, если честно, не знаю. Ещё не разыгрывали. Во. Голдин. Да, чё да. Голдин. Так. Ну, давай. О, там шайни, кто? Да. Шайни Мэджикарп у нас уже есть, ребята. Так. Тебя тоже можно убить. Тебя тоже, я сказал, можно убить. Во. Свамперт у нас уже 45 уровень. Не очень большой, но... Ладно, пускай. Ох, вот там еще куча. Я не отвечаю за другие сервера, ребята, поэтому не спрашивайте. Потому что есть такие люди, которые мне пишут, а почему там на другом каком-то сервере мне мод дали? Я понятия не имею, потому что я там не играю, я там не админ. И пишите другим, ребята, админам. Так, я там видел кучу... Вот, тут куча. Поки, хил. Так, вот. Да твою ж, иди сюда. У нас уже стак, ребята. Не... У нас уже стак монеточек. Это офигенно. Так, еще. Сейчас проверим, какой у нас уже орб. И можно бы убить вот того Басяндру, которого я вижу. Марип, как раз, если добежим. Добежим, мы уже быстренько бегаем. Нам дали вот эти ботинки. Где он? Вот он. Еще и желтый. Что это, нифига себе. Я что думаю, что мы его и не убьем. Хотя, убьем с двух ударов. Ладно. Нифига себе там. Чё бы выкинуть? Давайте вот это выкинем, вот это выкинем, вот это выкинем, это выкинем. Так, вроде все, да? Сейчас. Так, потопали, ребята, дальше. Какой у нас уже орб там? 323, ну, конечно, мы не прям очень быстро прокачиваемся, но все же. Не прокачиваемся, а прокачиваем орб. Так. Вот этого. Ну, тут куча, вот тут, в этом водоеме куча вот этих... Мэджикарпов, как я заметил, прям очень. Поэтому тут мы, наверное, будем качаться. Нужно себе сюда точку поставить. Ай, так. Вот где-то вот тут то, что мы прокачиваемся, потому что тут офигенная точка. И потом сюда бегать, ребята, и прокачиваться. Так. Попали. Я, наверное, не ту атаку я использовал. Да, вот эту. И еще. Да ты что, прикалываешься? О, во, отлично. А сколько нас уже? 1,5 стака, ребята. Нормально. 1,5 стака это... 1 стак это 3 алмазных монет. 1,5 стака это 4. Если сейчас еще немного добьем, то будет 5. Так, отлично. А еще если продавать вещи с боссов, это вообще еще быстрее. Потому что одна вещь в среднем стоит монет так...
15-20. То есть практически сразу вот это одна алмазная монета. Так. Тут у нас... О, пошло. Сейчас мы шахту заполним. Так, ребята, что, давайте, наверное... давайте, наверное, на спавн идем, попродаем вот это все, мне кажется, хватит. Так, где у нас, где у нас? Вот тут, да? Или нет? Да, тут. Палатки. Позже, когда перезаходишь, вылетает лаунчер, так каждый раз редко... Я не знаю. Я в этом, ребята, не разбираюсь, почему у вас не заходит, почему у вас лаунчер вылетает, почему у вас не заходит и еще что-то, ребят, я за это не отвечу. То есть, откуда я могу знать? Я лаунчер не делал, и поэтому... Странно, что у меня спрашивает. Так. Продаем 2 стака. Офигеть. Не 2 стака, а 1,5. Так. Вот сюда. Это сюда. Ой, вот это. Что там мы еще можем продать? Вроде больше ничего. У нас 2 мунстона есть. Нифига себе. Так, мунстоны. У нас вроде вот тут продаются. Да. Еще что мы можем продать? Обычный покебол или еще что-то? Сейчас посмотрим. Лечилочки у нас есть. О, что мы можем продать? Это лечилка. Вот она. Ой, я выкис случайно. Так. Да ты ж только написать хотел. Так. Тут что мы можем продать? Продажа покеболов. Обычная. Это очень... Ну, хотя как? Обычные это же и есть обычные, поэтому они такие дешево. Так. Даскбол, спортбол. Что тут еще есть? Левелбол это мы оставим. Там вот этот. Это... Ну, ладно, это мы не можем продать. Так, ребята. Так. Продажа, что нам нужно? Не продажа, а обменник. Вот. Так, во. Это сюда. 22. Еще осталось, ребят, 38. Ну, более-менее так нормально, да, мы прокачиваемся. Так. Ну что, ребята, мне кажется, давайте уже на этом закончим. Мы выбрали 2 победителей, немного прокачали орб. Уже практически. Ну, хотя еще 38 алмазных монет, чтобы мы могли купить себе алтарь. На этом давайте, ребята, закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Кстати, Тимка же обновилась в группе. То есть, чтобы сейчас подать заявку на то, чтобы бесплатно выиграть пропуск на сервер, вам же это заново нужно. Потому что каждый раз, когда кто-то выигрывает, заявка удаляется и создается новая. И вы подаете свои заявки, да. Все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.